Воскресенье – свой профессиональный праздник, отметят медицинские работники. В преддверии праздника в Ленинском мемориале вручили ежегодную областную премию «Призвание». Мне искренне слова благодарности хотелось произнести в первую очередь нашим ветеранам, которые здесь отдали и создавали все наше здравоохранение. Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Слова благодарности действующим работникам, младшему персоналу, среднему персоналу, врачам, организаторам здравоохранения. Премия за профессионализм и служение высоким гуманистическим идеалам вручалась по 8 номинациям. Что может быть благороднее спасения чьей-то жизни? Победителем номинации за этот подвиг стала заведующая ожоговым отделением Ульяновской центральной городской клинической больницы Ольга Демидова. За четверть века перед ее глазами прошло множество тяжелых пациентов, а в ее руках сотни спасенных жизней. Но один случай запомнился ей на всю жизнь. За него и награждали. Девочка молодая, 16 лет ей было в то время, она работала в киоске, и ночью неизвестные лица бросили зажигательную смесь в этот киоск. То есть это был 2001 год, то есть тяжелая. Лечилась она долго, в течение 4 месяцев. Сейчас, конечно, так лечатся они значительно быстрее, более инновационные методы лечения. История с счастливым концом. Пациентку удалось вылечить. Не пришлось даже присваивать инвалидность. Сейчас она живет в Москве и воспитывает 2 детей. Награждали медиков и благодарственными письмами губернатора и законодательного собрания. Среди премированных – те, кого принято называть средним медицинским персоналом. Почти 30 лет Равиля Файзулина работает фельдшером скорой помощи Радищевской районной больницы. Женщина признается, что попасть в профессию мечтала с детства. Тяжело, тяжело работать, тяжело, потому что села далекие, дальние, вот за это уже. А сейчас нормально, получше стало, чем лучше, конечно, чем те годы. Машину новую дали, опять хорошее оборудование. Доступ можно хорошо, доступ к больным быстрее. Награда нашла каждого медика. Со сцены мемцентра первый зампред областного правительства Андрей Тюрин сообщил собравшимся, что губернатор подписал распоряжение о повышении зарплаты работникам благородной профессии. И главное здесь не материальное вознаграждение, а признание того, что труд медиков нужен людям и пользуется заслуженным уважением. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.